Прием, друзья! На связи Шедимен и Леди Леска, всем привет! Добро пожаловать в новый видеоролик! Сегодня мы с Леской станем настоящими помощниками золотыми собаками, потому что Лубик любит золото, и да вообще сегодня, как мы узнали, у Лубика будет достаточно насыщенный день, и мы подумали то, что это будет просто идеальный момент, чтобы это сделать. В общем, прямо сейчас сзади нас находится портал, он разломанный, полностью сломан, но почему это произошло, вы узнаете уже в конце видеоролика, так что досматривайте ролик до самого конца, но мы с Леской давай с Олей покажем, какими мы именно сегодня будем золотыми собаками, друзья, собаками мы будем вот такими. И прямо сейчас, кстати, Нубик находится возле своего... Да что, что такое-то, трава-то высокая. Нубик находится возле своего дома, друзья. Мы с Леской туда перенесемся, немножко в инвизе понаблюдаем, что делает Нубик. И если что, Нубик нас сегодня не слышит. Но ты прямо сейчас также не ленись, обязательно поставь лайк помощника под этим роликом, золотой лайк помощника. Вот, и, конечно же, не забывай про наши мерчи, подписывайся на наш телеграм-канал. Ну что, Леска, погнали! Я перемещаюсь, вернее, преобразуюсь в невидимость, и полетели. Посмотрим, что делает Нубик. Так, сейчас я то же самое так, сделаю. Так, все, надо собираться уже на пещеру, потому что пойдем, я побежала со своим, это сам, как это называется, завтраком. Я вообще, пупса, до полудня сплю, сама вообще опаздываю. Хотя мне торопиться нечего, но... Интересно. Так, смотри, так, давайте, я инструменты... Слушай, Леска, прикинь. Кстати, Нубик, короче, выбегает, короче, ни зубы не почистила, ни разминку, ни зарядку, ничего не делала. Прикинь, просто реально сразу в дело прям идет. Вот это Нубик, конечно, жесткий вообще. Почему ты? Обычно Нубик более как-то медленно. Да, согласен. То есть она прям что-то взяла все сразу, куда-то как будто летит, я не знаю. А что-то. Слушай, а сейчас она что-то снимает одежду чем-то. Что с Нубиком не так вообще, Леска, я не понимаю. Как-то непонятно, сейчас узнаем. Что-то не поздоровалась, не рассказала, да, что будет происходить вообще. Как-то странно все. Что-то Нубеска сегодня растерянностью какой-то. Согласен. Только мы с тобой с деревьями ехали. Сидит. Да. На не тазике. Ой. Ой, привет, друзья, на связи в кубик. И сегодня... Я не знаю, что сегодня можно рассказывать. Сегодня у меня очень много будет дел, поэтому давайте... Я решила записать этот видеоролик и посмотреть... Ну, показать вам, как я вообще, чем я занимаюсь. И потому что сегодня такой день очень... Загруженная, Леска и Шади уехали, и мне не... Ой, некому мне помочь, поэтому я записываю этот ролик, чтобы показать вам, что я сегодня делаю. Но вы, друзья, не забывайте ставить лайки и подписываться на наши каналы. Так, давайте начинать. Да, друзья, кто хотел, короче, узнать, как у Нубика начинается день съемочный, он начинается примерно вот так. Но мы с Леской, опять же, пока что наблюдаем. Мы не будем еще появляться. Вот мы подождем удачного момента. Так, но пока. Свет надо выключить, потому что почему включен-то? Пока Нубик выключает Нубик везде в доме свет. Действительно, на улице день, светит солнце, а у Нубика почему-то электричество жжется просто так. Ну все, сейчас надо еще вот этот так, выключить. Сейчас отлично, потому что я не люблю, когда сильно светло. Кстати, ой, что я говорю, с собой, наверное, на плафон еще возьму на все. Что-то Нубик прям как крипер шипеть вся начала, что-то там пс-пс-пс, вот это все Леска пошло. Слушай, а чего ты постоянно сама с собой смеется, я не понимаю, она же одна. Что такое вообще? Ну, Бесса так вообще вот веселый очень, всё, она все время так делает. Так, выходит. Я на буфон возьму, я понимаю, что в шахте особо не будет связи, о, но... пошла, смотри, как это задето, комбинезон прикольно смотрится. Костюмчик, костюмчик. Да-да-да. Лямочки вот эти. Кстати, что я с этим гарнизоном как-то вот так прыгаю. Да, представляешь, Леска, Нубик с целым гарнизоном пошла в шахту говорить. Так, ладно, друзья, короче, шутки шутками, но давайте следить за тем, что делает Нубик. Нубик прямо сейчас выкидывает куриное яйцо зачем-то и спускается в шахту. Так, Леска, ты, короче, готовься, потому что я думаю, что скоро мы с тобой подберем нужный момент. Хорошо. Так. Посмотри, что вот такая вот шахта крутейшая. Далее, ой, Леска, там столько скелетов, по-моему, нам с тобой пора появляться, как раз таки поможем. Так, слушай, давай, смотри, я возле твоего дома сейчас, на холме, я включаю пока что выживание. Вот, давай вот так вот сделаем. И превращаюсь, давай, в золотую собаку. Все, давай, подбегаем к Нубику. Я прячусь. Давай. Хорошо. Так, я спускаюсь, Леска. Сколько несы? А, это кто? Так, смотри, даже не боится. Нубик смелый. Так, реакция пока что у Нубика, конечно, просто... Да, ошеломительная. Это кто? Это что, это собаки, что ли, такие? Мы же собаки с тобой так... Так, давай, Леску, так переглянемся, такие, типа, чё? В смысле, она чё, не знает, кто мы такие, что ли? Золотые или брони? Это их броня или они золотые? Эй, привет! Этот, вы не кусаетесь? Сейчас Леска Нубик должна произвести инициативы. Типа, она же добывала золото, и тут золотые собаки, представляешь? Слушайте, да. Кстати, вы можете... Ну, я просто хотела пойти в шахту за рудой. Я не знаю, насколько вы помощники из вас.
Ну, можете хотя бы помочь мне как-то с ними справиться, если сможете. Так, о, ну, именно поэтому мы и появились. Так, да, Леска, я на всякий случай скушал золотое яблочко, потому что мы сейчас будем с тобой драться скелетами. Ну, я готова. А вот, ладно, пошлите, можете тогда мне помочь, потому что я сама так, уже не справлюсь. Ну что, давайте, друзья, поможем. Ну что, начинается наш день попробуем. Помощников золотых собак. Мы спускаемся о, с Леской в шахту. Они идут, кстати. Так, и будем сражаться вот с этими скелетами. Так, Леска, больно. Только аккуратнее, главное. Так, да, скелеты, да, да. Слушай, вот эти, может да, быть, не особо сильные, они, но конечно, опасные. Я помогу, пожалуй, хоть они мне и помогают. Опа. Так, здесь повалили. Так, завалили несколько штук. Постепенно о, иду о, дальше. Они друг в друга уже начали стрелять, эти скелеты. Я вижу, они что-то вообще, да, не разобрались. Так, аккуратнее, аккуратнее. Опа. Так, Нубик вперед идет, просто отважная Леска, прикинь. А зачем мы ей помогаем, вообще не понимаю. Нубик, не знаю, может быть, она думает, что мы не совсем профессиональные. Слушай, а может быть, все, мы вроде как зачистили или нет? Мне кажется, там никого нет больше. Мне тоже кажется, что никого нет. Ой, Нубик, стрела в голову. Надо за золотом пойти еще. Так, ну получается, сейчас Нубик золото будет искать. Просто я как поняла. Так, ну, пускай ищет. Вы золотые собаки, да? Так, ну. Ну, типа, да. Ну, как пускай, да, типа, мы золотые собаки. Мы, может быть, понимаем, но, ребят, не настолько, что типа мы прям как люди, то есть. Ну, наверное, все-таки, да, потому что я вижу золото, а вы можете тогда золотую руку. Ой, руду найти. Так, Леска, там кто-то есть. Слушай, погоди, я тоже заметил то, что ух ты! Нубик назад, так, мне нет, так Нубик прилетело. Нас не слышит, но, Леска, давай спасаем Нубика, ни в коем случае нельзя, чтобы с Нубиком что случилось. Ой, это кто такой? Помогай, это Леска, ешь как можно больше только яблок. Мощный. Непонятный. Хорошо, я поняла, я ем. Так, Леска, только капец. Помни, что нет, чем меньше ты бьешь, тем сильнее получается. Ё-моё. Она что, собачка, у них, кстати, есть золотые яблоки? Шеди, у меня тут, а нет. Они я бью, Леска, я бью как могу. Этого скелета, нифига себе, меня отшвырнуло просто в сторону. Капец, меня тоже сейчас. Так, Нубик, главное, смотри, чтобы Нубик в безопасности была. Ни в коем случае нельзя, чтобы с Нубиком что случилось. Я яблоко ем. Нубик вам не подходит, Леска. Яблоко ем, Шеди, яблоко ем, мне капут сейчас. Я, Леска, ешь, ешь побольше яблок. Да что ты делать-то будешь? Есть, наконец-то. Все, давай покажем Нубику, что можно заходить. Типа вот так. Можно. Все, вычистили? Вычистили о, полностью, да. Спасибо, я бы без вас вообще никогда бы не справилась. Я тем более там золотое яблочко. На всякий случай. Это мне? Это мне? Спасибо, да, прикольно, пупсы. Ты придумал. Слушай, а я что тут золотую руды вообще так, не вижу? Так, где тут золото? Я хочу золото добыть, потому что... Золото, короче, Леска, смотри. А, мы, так как мы золотые собаки, у нас есть чутье. Смотри, я вот чувствую, что одно золото находится вон там. Вот подойди вот к этой стене и покажи то, что золото там, и Нубик будет туда копать. Так, Нубик не смотрит. Давай, пока. Нубик что-то куда-то ищет, да, вот непонятно где. Да. Смотрит, интересно. Куда туда идет? Здесь копать? Вот так. Тут, да? Так. Копать. Ну-ка, да? Пусть проверит. Тут? А, все. Так. Так. Я, Леска, прям чувствую, а другое золото находится где-то еще. Но сейчас давайте проверим, действительно ли мое чутье окажется верным, так, и золото находится там. Ты видишь уже золото? Надо шире, наверное, копнуть, да? Я думаю, что нужно быть упорным для того, чтобы доходить из золота и все, Леска. Ну, Бик, просто, понимаешь, она не терпеливая прям очень. Я пока так. Что не знаю, как темно стало. Я думаю, что я найду, потому что золото, оно же так быстро не спавнится. Ой, не то чтобы быстро, оно так... Да, интересно, ну, как-то интересно. Близко не спавнится, поэтому, может быть, оно где-то вдали будет, я не знаю. Может быть, о, вот оно и золото, Леска. Ура. Вот, все. Вот собачье золотое чутье, получается, не подвело. На таком расстоянии можем чувствовать. Так, может быть, если тут два блока золота... Ой, золото... Еще золото. Ух ты, не, там точно не два блока золота, там больше. Целый карман золота было, я уже хотела останавливаться и заканчивать золотом. Все. Да, хороший мистер. Так, ну и следующее золото, которое Леска сейчас я сам уже покажу, короче, я чувствую, что... Копать, так, сейчас надо Нубика позвать. Не уверена, если там как-то я не знаю. Золото, потому что я... Так, сейчас я возле Нубика прибегу, то что иди типа за мной. Так, вот так а, вот, все? Иди за мной. А так, так идем. Забавно выглядело, так, тик-тик. Так, и теперь я показываю то, что золото вот здесь, находится да? еще в том направлении, да, а, вот туда. Тут, все, давайте я копаю. Так, ну-ка, проверяем. Эти собаки, правда, чуют, но они же золотые, не зря они... А вот так сразу не найдешь, да, если не знаешь? Не то, чтобы названы не зря. Да. Ой, не зря они золотые, потому что они золото могут находить, золотые вещи. О, вот еще золотишко, все, ты, Леска, нормально работает. Чутье, конечно, у них, я понимаю, прям вот четко так такое. Вообще. Потому что если бы у меня было бы такое чутье, я слушай, бы... Слушай, ну мне кажется, мы знаю. Уже с тобой неплохо, Нубику, да, помогли? Что и помогли на зачистить пещеру от скелетов, золото, помогли да, найти золото. Золото вообще бы не было, потому что... Конечно. Золото это мое все, я очень обожаю труду. О, вот еще, кстати, я не заметила, чуть не пропустила. Так, ну пока что идет Леска, все просто круто, как по мне. Руды. Да, на изич, на изич. 21 блок. Представляешь, Леска, именно 21 блок. Ух ты. Ну дальше я не думаю, что есть смысл ковать, потому что дальше особо нет, ну... Так, и Нубас да. Теперь, наверное, будет что-то его переплавлять, что ли? Наверное, мне кажется, печки не зря тут печки стоят. Да. Тут угольки уже готовы, кстати, сейчас я...
По 5 положу? Ну, Бес, ну, да, Нубик распределяет 5. Золото для того, чтобы оно 5. Быстрее сплавилось. Ну 5. Что, а пока что плавится золото, давай резко послушаем. Может быть, Нубику придет еще какая-то идея, что можно будет прикольного сделать. Так, да, ну, может быть, мы можем помочь. Плавится. Слушайте, так как раз таки золото доплавилось, можете мне с кое-чем помочь, пожалуйста? Так, резко, ну давай поможем. Так, это получается так, уже будет можем, третье конечно, что-то. Это наша работа. Так. Ага. Ну... А, что делать, можете, да, помочь? Так, ну давай можете? Кивнем головой, Леска, для того, чтобы было можем, понятно, можем. То, что а, мы можем все, помочь. А, все, отвечается задание, наверное, да, все хорошо. Потому что они же говорить не могут. А, тут такая беда случилась, то, что в деревне случилась такая трагедия, то, что железный голем погиб, и от него Опа. Осталась только тыква и слизки железа. Вот это и да. И я Леска, не знаю, это... сможете ли вы сделать или нет, но я хочу сделать так, чтобы он как бы ожил, и вы сделали вместо железного более прочного... Золотого голема, вы можете так Слушай, сделать? Слушай, Леска, мы с тобой вправду, конечно, не можем сделать железного голема, а то, что можем сделать золотого, это правда. Да и тем более деревня жителей ни в коем случае нельзя, давай, как бы, попробуем. Чтобы она была без охраны, без так защиты. Что... Можете? Давай да, попрыгаем, можете? Попробуем что-нибудь можете? Сделать. Так, побежали. Погнали. Так, Леска, давай пока включим креатив, голем, но не летай, бы. Потому что дальше нам надо будет доставать предметы. Да-да-да, я поняла, так, бегу-бегу. Ну, произвести реинкарнацию, реинкарнацию, да, Леска, мы будем сейчас Смотрю. Делать. Это жестко вообще звучит даже. Да, это правда. Недавно на деревню жителей напали зомби из-за этого голем. Сражался и не выдержал. Да, слушай, как а что напали, мы... Да, а как мы такое действие пропустили, то, что нашу деревню зомби напали? Обычно мы как-то Мне кажется, это когда в тот день мы уезжали за продуктами. Каждый раз, да, когда мы уезжаем, в нашей деревне происходит что-то непонятное и самое главное интересное. Кстати, вот именно. Кстати, собачки, я вам... Кстати, они похожи очень. Мне кажется, они даже одинаковые. Ладно, пошлите. Вот там липсик мы сидим. Так, вот там вот Да, липсик сидит, не подозревает то, что тут рядом ходит Шедоу или Соуни. Чужие собаки, наверное, думают, да? Так, резко, ну что, подходим? Мне даже на самом деле интересно посмотреть, что там действительно осталось от бедного голема. Вот, кстати, собачки, посмотрите, наши жители. Слушай, какая пшеница у нас в деревне жителей, да, сейчас красивая прям стала. Заколосилась, и главное, свекла еще. О, смотри, резко, тут реально железо прям разбросано. Ух ты ж, ничего себе, не развалилось. От него остались, как я и говорила, сытки железа и сама тыква. Это знаешь, как... От скелетов остаются кости, от големов остаются железные да, слитки. Да, да. Так, Леска, ну что, давай поможем? Как-то с этим справиться или помочь дать Так, блоки? Надо, наверное, да. дать Нубику, а да. Нубик уже подумает. Давай ты тогда дашь да? 4 золотых вы, блока, умеете, а я дам специальную собаку. Тыкву, которая так, оживит ну, наверное, этого между золотого голема. Верно. Так, например, Решу, я думаю, дам вот эту тыкву. Так, вот 4 О, блока. Готово, 4 так, блока. Так, и специальная тыква. Смотрите, какая-то... По идее, Другая. Сейчас должно получиться. Это, друзья, не точно, но так как мы золотые собаки, мы должны как-то, да, да, да. как-то это сделать. Мы надеемся, что подасчет, это получится. Подасчет, что спальня, так, следим. Очень надеюсь, что, ребят, реально получится. Так, ну-ка. Ух, так. И... О, реально получилось. Слушай, теперь Такой мы... Такой красивый. Вот это выглядит очень круто, я согласен. Очень красивый. Майнкрафт, они же... Я... А так можно было что-то сделать красивый, золотого да? голема? Это, Нубик кстати, теперь вообще... Да, Нубик в шоке. Леска, не наигры на эмоции, что да. как называется, да? А куда он ушел-то? Фух, слушай, ну вот это было прям вообще круто, как мне кажется. Так, ну ладно. Такой огромный, такой красивый прям. Думал, так, что же теперь Нубек заголодает? Будет. Еще. Интересно, есть какая-то общем... работа для нас? Эй, где вы, собачки? Так, собачки? мы здесь. А вот, в общем, знаете, что я сейчас хочу? Так, что же? А, в общем, будем... Так, пошлите, кое-что покажу. Так, давай, мы сейчас вот что там показываем. Вот эти вот машинки, и ага. я хочу... Вы же как бы золотые собаки, а золото — это желтый цвет. А желтый цвет — это мой любимый цвет. Так, я, кажется, Поэтому можете все эти машинки покрасить в желтый цвет. То есть дать мне какой-то там баллончик или типа того, Леска. В общем, красить. Леска, доставай верстак. Достаю. Так, я достаю баллончик с краской, а Нубику останется желтый, только да, собрать вот эти желтые так. цветочки и сделать из них красители, скрафтить желтый баллончик с краской. Так, ну, вот и все. Получается, у меня есть баллончик. Сейчас сделаем. Так, вот. Вот, я знаю, кстати, я знаю, как делать. Интересно, Нубес справится? Ой, не окрас, а желтый краситель, потому что желтый мой любимый цвет, я все должен знать о желтом. Так, интересно. Так, и Нубик, получается, сейчас будет превращать всю деревню жителей, а вернее, автомобили всей деревни жителей в свой фирменный Интересно, цвет. Давайте я сейчас вот так вот вроде бы. Вот так вот делается, все правильно. Ну-ка, о, я уже вижу, Леск, смотри. Реально желтая машина теперь вот. Стала. Красиво. Машина, а так, на самом деле, даже намного веселее, как по мне.
Согласна. Я... Сейчас, кстати, стало более такого цвета, весело, как будто они вообще без краски. Так, погнали резко будем, короче, бегать по деревне, помогать Нубику искать машины, чтобы Нубик их перекрашивала. А, точно, давай. Так, вот так вот прыгаем, показываем. Слушай, нормально, жители обзавелись автомобилями у нас. Так, так, Лисоуни, давай, вот еще машина. Я бегу-бегу. И вон там вижу вперед еще. И вон там, да. Так, это сколько машин? И это, кстати, последняя машина уже. Все, отлично, помогли. Ой. Есть еще собачки? Так, я думаю, что нет, резко. По-моему, мы покрасили все машины. Кстати, как раз таки баллончик на этой машине закончился. О, вот это совпадение. То есть, получается, баллончик на 5 машин. Знаете что? У меня есть еще такое, как бы, небольшая просьба. Ну, в кавычках. Интересно. Вы можете каждый дом жителей сделать из золотых блоков? Так, резко, это, по-моему, уже какой-то троллинг начинается, но... Слушай, давай так, короче, я предлагаю, давай только один дом сделаем, потому что, наверное, один? Все дома, это будет слишком жестко. Давай спросим, так, какой именно дом, типа, давай попрыгаем. Ну, в общем, согласитесь, если это да, то я вам сейчас покажу, какой. Так, ну-ка, побежали. Можно сделать кузницу, вот кузница... Кузницу, ничего себе, резко, давай попробуем. Так, короче, я такой подхожу сюда, тут вот так вот, потом как будто бы оббегаю. Так, я хочу, знаешь... Ты я частично кузницу сделаю золотой. Смотри, я сделаю вот так. Заменю вот это на вот это. И вот так будет. Это красиво выглядит, кстати. Я кстати, думаю, выглядит... что да. Можно даже больше не менять главное, ничего. Я сейчас это выглядит даже лучше, чем бы они, если бы они покрасили все абсолютно этим золотым цветом, потому что у меня нет вкуса. А так красиво, даже у них есть вкус, кстати. Они вообще, кстати, шарят за это, походу. Спасибо большое, сейчас, мне кажется, даже ярче, лучше стало. Машинки такие. И кузница сама такая более яркая, спасибо. Ура. Но сейчас ничего такого сложного от вас не... Ой, от вас не попрошу. А вы можете дать мне сейчас броню? Две штучки. Так, золотой. Давай. Я просто хочу сделать подарок своим друзьям Леске. О, ну Пол, я вспомнила, что Леск такой бывает, что ли, посмотри. Так, давай ты одну тогда броню дашь, а я дам вторую. И рассказать им то, что... Показать им видео и рассказать им о том, что такие вот собачки приходили. Так, и еще одну стойку для брони тогда, вот так вот. А можете еще одну стойку? Вот, все, вторая уже все, кас, передали, да. Сейчас я для Шеди, для Лески отнесем, пошли. Так, погнали, за Нубиком. Слушай, что-то Нубовни сегодня вообще, да, смотри, то какие-то дни она там машины на крыше домов закидывает, в какие-то дни что-то помогает, подарки делает, что-то невероятное. Кстати, да. У Нубика, кстати, даже каска желтого цвета, что только что обратил внимание. Да, да, тоже желтая, золотая. Обрадуется, приедет такой с города с Лески, обрадуется, увидит такой, скажет спасибо, Нубичек. Пошлите, так, ладно, мне подарок Леска сделали, теперь идем к тебе. Давайте. Дверь типа не закрывай, а пускай проветривается, ладно. Так, давайте за мной, сейчас дом Лески. Кстати, у Лески тоже есть собачка, ее зовут Липсик, но она такая пупса. Липсик. Бедный Липсик, надеюсь, что с Липсиком все будет в порядке, я Липсику яблочко дам, вот кушаю Липсик. Пошлите, о, яблочко делится, на какие хорошие. На меня смотрит, как будто бы узнает, что это я, прикинь. Мне кажется, да, все равно по запаху, мне кажется, можно понять. Так, Лески, давайте поставим эстетику вот сюда, вот под лестницей, мне кажется, очень красивое место. Вон, Леска, тебе тумбу-юмбу тут ставят какой-то в угол. Красиво, хорошее, и буду идти мимо. Так, слушай, я, знаешь, Леска, думаю, короче, вот что дальше сделать. Давай пойдем к порталу, и помните, друзья, в начале ролика мы говорили, что в конце вы узнаете, для чего он. Можете последнюю кое-что подарок еще хочу? Так, что еще, Лес, что там такое? В общем, вы можете золотые часы. Золотые часы, нифига себе. Две золотые часы. Две золотые часы, представляешь, Леска, не двое золотых часов, а целых две золотые часы нам надо далеко отдать. Можете, пожалуйста, дать? Так, слушай, а я вот такие дам, смотри. Спасибо. Вот это будет Шеди, а это Леске. Даже три золотые часа, да, наверное. Короче, друзья, но теперь о том, о чем мы говорили в начале. Леска, погнали. Сейчас Нубик наверняка задастся вопросом, куда же мы побежали. А сейчас, ребят, так как мы помогали Нубику, Нубик должна понять то, что теперь она должна нам помочь. Так, мне за ними, наверное, надо бежать, потому что... Бежит, смотри, реально. Так как мы собаки... Не за вами? Да, 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 за нами. Да, мне кажется, Леска, если мы даже бежали, в любом случае, она побежала ради интереса. Так вот, друзья, так как мы собаки, мы все-таки не до конца понимаем в конструкциях, и Нубик должна понять то, что здесь не хватает блоков, и ей нужно будет починить этот портал. Слушайте, а что это за тяга такая у вас стоит-то? Ну, это мы уже у Нубика должны спросить, наоборот. Подождите, а вы из этого мира или вы не из этого мира? Ну, мы из этого портала. Ну,
А как мы это объясним-то в любом случае? Кстати, я не знаю, Леска, как это объяснить. Потому что портал в ад, он тоже прямоугольный. И эта штука тоже прямоугольная. Значит, у них какой-то золотой мир, они туда сбежали и попали сюда. Им надо починить, а они не умеют. Точно! Это правда. Так, Леска, теперь, да, все, короче, получилось. Получилось. Сейчас, о, смотри, все, Нубик добывает вот эти золотые блоки. Значит, тогда я буду вот эти вот блоки. Она, походу, как-то рассыпалась, или эта конструкция просто как-то сломалась. Еще 4 блока осталось. Ура, ура. 3 блока. Все-таки. Так, 2 блока осталось в уголке и слева. Потому что они по-другому не смогут выбраться. И мало ли, мало шансов, что кто-то их поймет. Все, Леска, ну а теперь... В общем, давай напоследок, я не знаю, можно вот так яблочки отдать. И попрощаться, друзья, мы уходим в итоге. Слушайте, это очень было прикольно с вами. Жалко то, что вы уходите. Хотелось бы, чтобы вы в этом мире побольше остались. Ну что, Леска, давай заходим в портал тогда, перемещаемся. Давай. Так, раз, два, три, опа. Если что, возвращайтесь. Друзья, я сразу ухожу в Invisible, и пойдем, Леска, посмотрим, что Нубик будет говорить. Полетели туда. Представляете, вот такой вот день у нас сегодня получилось. Не зря начала снимать этот ролик, потому что я знала, что что-то интересное должно было произойти. Вот, потому что у нас всегда что-то интересное происходит. Я сейчас, Леска, просто на заху Нубика, этот портал пропадет, смотри. Вот. Бац, все. Ой, пропал. Ну а так, друзья, всем удачи, спасибо за просмотр и пока-пока, друзья! Ну что ж, друзья, мы с Леской тоже сегодня будем на этом заканчивать. Я, короче, Леска чуть-чуть дальше на пляже, там, чтобы мы это как-то попрощались с ним в инвизе все-таки. Вот, друзья, короче, я надеюсь, Нубик сюда не пойдет. Вот, вот так получился у нас вот такой день. Я думаю, мы отлично сегодня справились в качестве золотых собак-помощников вместе с Леской. Вот, ну а на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошее настроение, не болейте, увидимся и услышимся в следующем ролике. И всем пока-пока! Пока-пока, друзья!